Добрый день, хайырлы күн баршаңызға. Уважаемые коллеги, члены попечительского совета, начинаем работу. Сегодня мы собрались для того, чтобы принять ряд важных решений по созданию университетской клиники Казанского федерального университета. С утра мы посетили объекты, где уже много что сделано, объекты, где что-то делается, и объект, который надо привести в нормальное состояние. То есть идеология, направления, они все отработаны. Есть у нас серьезные партнеры, то есть мы можем создать мощнейший для нашей страны центр мирового уровня. И в этом направлении работа идет. Значит, есть некие системные решения, где мы должны это согласовать и со столицей, и с Министерством культуры, наверное, в процессе докладов Ильшат Рафатович нам расскажет об этой работе. Но то, что сделано, оно впечатляет. Я просто хочу сказать, что мы очень внимательно все посмотрели. То, что мы сегодня создаем, это не какое-то подражание или повторение, там, медицинский университет. Это совершенно другое, это совершенно другой уровень. Это уровень самых ведущих медицинских центров. Я уверен, что эта работа требует большой поддержки со стороны попечителей, с нашей стороны, со стороны научных кругов. Уверен, что все наши сегодняшние обсуждения они будут реализованы. Я прошу Ильшата Рафатовича доложить о сегодняшних задачах, и будут несколько выступлений. Бигзур Ахмед, Рустам Нургалиевич, большое спасибо. Рустам Нургалиевич, уважаемые члены попечительского совета, гости, коллеги, прежде всего разрешите поблагодарить вас за то, что нашли возможность принять участие в заседании совета, несмотря на многочисленные и всем понятные заботы завершения календарного года. Мы благодарны за ваше внимание и расцениваем как дань уважения Казанскому университету. Прежде всего хочу сказать, что есть небольшой подарок каждому гостю. Значит, студенческие истории в Казанском университете в 19 веке. Здесь, конечно, песни казанских студентов, волнения и студенческие. Ну, хорошая история. Кто хочет узнать побольше о нашем университете, может пролистать. Вы знаете, уважаемые коллеги, с момента предыдущего нашего заседания прошло уже достаточно времени, почти год. Конечно, в этот период мы встречались, но эти встречи не были в формате нашего попечительского совета. Поэтому позвольте вкратце, буквально тезисно озвучить то, что было значительного сделано университетом вот за этот период, это год. Мы отремонтировали 3 общежития в центре города общей вместительностью 1470 мест. Со своим внешним стандартом они мало чем отличаются от условий деревни Универсиады. У нас все время была конфликтная ситуация, когда первые 2 года студенты жили в деревне Универсиады, а потом переезжали в старые общежития. Посмотрите, вот на слайде они приведены. Идет полная реконструкция здания бывшего финансово-экономического института. Мы практически разобрали его и теперь собираем заново. До конца года эти работы должны быть закончены. Отдельное огромное спасибо, Рустам Нургалиевич, вам, Альберт Кашаповичу, за новое здание химического института, сданное в сентябре этого года. Чуть ранее нами был возведен и сдан в эксплуатацию лабораторный корпус Института геологии и нефтегазовых технологий с уникальной модельной скважиной. Это мы сделали за счет заработанных университетом средств. А до этого, вы знаете, Татнефтью были отреконструированы в полном объеме, значит, учебный корпус. Закончили полную реконструкцию кампуса инженерного института. Я думаю, следующий попечительский совет как раз будет проходить вот в здании инженерного института. Нами была произведена реконструкция 2-го высотного корпуса с утеплением его фасада. Напомню, что он был в свое время спроектирован под условия среднеазиатского климата. Подготовили к сдаче инфраструктуру под опытное производство по проекте «Фарма-2020». Мы создали в КСК «Оникс» две абсолютно новых площадки. Это Центр студенческих общественных организаций, Центр инновационного развития, уникальный как по внешнему виду, так и по содержанию. Мы запустили в Набережных Челнах инжиниринговый центр, оснащенный самым современным оборудованием, включая новейшую робототехнику. Здесь практически еще никто из присутствующих в зале не был. Здесь это по Камскому кластеру был получен грант и было осуществлено софинансирование, софинансирование со стороны КАМАЗа. Там же, в Набережных Челнах, заканчивается капитальный ремонт общежитий. Мы обустроили студенческие базы отдыха, это «Буревестник» в городе Елабуге и «Ячик Мариел». Мы разбили парк в честь 70-летия Великой Победы во дворе университета вдоль профсоюзной, а в общей сложности посадили по городу более 2000 деревьев. Я перечислил далеко не все, скажу лишь, что в течение этого года всего работы велись на 24 объектах, общее вложение без учета химического корпуса перевалили далеко за 1 миллиард рублей, а на наших площадках, скажем, с сентября по декабрь текущего года было задействовано ежедневно более 600 человек. Согласитесь, это серьезная нагрузка, когда идет еще параллельно и учебный процесс, который мы не могли остановить. Но здесь почему такое было распределение, тоже понятно, это связано вот с поступлением средств. И не всякая строительная компания это под силу. И это только инфраструктурные вещи. Мы продвинулись во всех рейтингах, выиграли большое количество различного уровня грантов, в том числе и международные, опубликовали огромное количество работ в международных реферируемых журналах. Мы выполняем, Рустам Нургалиевич, 73%, закрываем всех публикаций города Казани и республики в целом. Под нашим, ряд наших образовательных программ прошли международные аккредитации, в том числе и программы MBA. Теперь по теме сегодняшнего встречи. Как уже было озвучено президентом республики, тема сегодняшнего заседания посвящена вопросам медицины. Если спросить, что связывает наш университет и университет царской поры, то получим ответ – наличие в его системе медицинского составляющей. Медицинский факультет был одним из основных подразделений Императорского Казанского университета. Анатомия, физиология, медицина преподавали здесь с первого дня. Одним из первых ректоров был профессор анатомии Иван Осипович Браун. Исторический опыт показывает, что российская медицинская школа в целом формировалась и совершала мировые открытия, будучи в составе классических университетов. Синергия всех наук обеспечила высокотехнологический результат. По всей России широко известны имена выдающихся университетских медиков и биологов Карла Фурса, Николая Ковалевского, Семёна Зимницкого, Владимира Бехтерева, Александра Вишневского и многих других. А я ведь перечислил сейчас только тех из них, кто жил и работал в Казани, и работал в нашем Казанском университете. Потом, как известно, настали немного другие времена, и медфак Казанского университета в начале 1930 года, прошлого века, 30-х годов, был выведен из состава нашей альма-матер и стал основой отдельного Казанского медицинского института. По сути, это ознаменовало закат золотого века медицинской науки в Казани. Это не мой тезис, а общепринятое мнение историков медицины. С тех пор у нас были и сегодня, конечно же, есть довольно яркие представители медицинской науки и практики, но говорить о научных клинических школах, о прорывных открытиях мирового уровня вряд ли сегодня приходится. И это понятно, это происходило по той простой причине, что перед медицинскими вузами России ставились совершенно другие задачи, они должны были покрыть медицинское учреждение квалифицированными кадрами. А наука переместилась в стены Академии наук. Даже медицинская академия была отдельно от Большой академии России. Все это побудило нас принять решение о создании в университетской структуре медицинского подразделения. Поскольку в зале не все присутствовали на наблюдательном совете, я немножко поговорю об этом. Мы определили медицинское направление, более того, в качестве одного из приоритетов, на котором сконцентрировали свои средства и ресурсы, полученные из различных источников. Мы это рассматриваем в какой-то степени и наш гражданский долг. Нам за сравнительно короткий период удалось создать соответствующую структуру и систему медицинского образования, включающую собственное обучение, передовые научные исследования и разработки производства и клиническую практику. Во многом благодаря этой работе Казанский университет в этом году вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии влиятельного британского издания Times Higher Education, заняв 334-ю позицию и 4-е место среди российских вузов, в включая Санкт-Петербургский университет и Московский государственный университет. Значит, а также 31 место в зачете «Таймс» для вузов стран наиболее быстро развивающейся экономики, в первую очередь группы БРИКС. Конечно, мы в сотку не попали еще, но движение у нас достаточно неплохо идет. Если считать огромное количество университетов в мире, то это не так и плохо. Создавая институт фундаментальной медицины, мы сперва думали только о научно-исследовательском подразделении, поэтому начали с создания научных лабораторий и формирования коллектива ученых по данной тематике. Но поскольку стал вопрос о материальном содержании исследовательских лабораторий, а расходные материалы здесь особо дорогие, как вы знаете, а наука, как вы знаете, в университете финансируется не столь стабильно, как учебный процесс, и во многом зависит от выигранных грантов, то было принято решение получить образовательные лицензии по медицинским специальностям и превратить новоиспеченный исследовательский институт в полноценное научно-образовательное подразделение, что и было сделано. Причем, хочу это подчеркнуть, всего за 3 года. По состоянию на сегодняшний день количество студентов-медиков на 3 курсах составляет 702 человека. Из них, обратите, пожалуйста, внимание, 313 иностранцев. Это чуть больше 50%. В том числе 131 студент обучается на английском языке по программам «Лечебное дело», «Фармация» и «Стоматология». Это полные курсы, то есть это не фрагментарные лекции на английском языке. Особо подчеркну, что свои диссертационные исследования при медицинских кафедрах готовят 144 аспиранта и соискатели, а это более 20% от числа студентов. Согласитесь, это тоже очень хороший индикатор. Он показывает высокий научный потенциал института. И самое главное, мы знаем, кто придет работать к нам завтра. Что, в свою очередь, подтверждается и полученными грантами, а это к настоящему моменту более 270 миллионов рублей. Мы также были услышаны нашим учредителем, Министерством науки и образования Российской Федерации, и наш опыт в этом направлении был признан одним из лучших по стране, в результате чего было принято решение о ежегодном дополнительном выделении, несмотря вот и на кризисные вещи, 100 миллионов рублей на год на развитие только медицинского образования в университете. Одним из ощутимых показателей интенсивной работы является публикационная активность сотрудников института. В частности, по состоянию на текущий момент, вот в 2015 году, полный итог мы будем подводить где-то, наверное, в конце февраля, в начале марта, было опубликовано 216 статей в высокорейтинговых международных журналах, входящих в базу данных Web of Science Scope. Всего по университету это порядка 1800. Разумеется, отдельной темой является научно-лабораторная технологическая база института. В рамках нашего приоритетного направления биомедицина и фармацевтика было создано 4 центра мирового превосходства: геномика, протеомика и биотехнология, фармацевтика, нейробиология, а также регенеративная и трансляционная медицина. Более подробно об этом расскажет директор института профессор Киясов. Отмечу только, что все эти центры возглавляют признанные в мире ученые. Назову лишь некоторых из них. Профессор Страсбургского университета Марат Юсупов, кстати, он наш выпускник, Рустам Нургалиевич, но всю жизнь уже работает там, он из Дивногорска, он полностью курирует это направление, и сегодня в Страсбурге, значит, обучаются наши аспиранты, то есть из 3 лет обучения 1,5 года там, 1,5 года здесь. Это профессор Средиземноморского университета в Марселе Рустам Хазипов, вице-президент Японского института RIKEN профессор Хайшизаки, доктор Американского университета имени Джефферсона Ричард Перси. Кроме того, были созданы 22 Open Lab. Это площадки, обеспеченные всей современной научной инфраструктурой, открытие как для университетских коллег, так и для приглашенных, ведущих иностранных и российских ученых. Я хочу подчеркнуть, включая представителей клиник и университетов Казани. Мы открыты для всех, в том числе и для медицинского нашего университета, и для медицинской академии, реализующих в рамках приоритетного направления научно-исследовательские проекты фундаментального и прикладного характера с самостоятельным бюджетом. Общее количество ученых, задействованных в этих лабораториях, перевалило на сегодняшний день за 100. То есть это ученые-исследователи. КФУ стал одним из немногих отечественных университетов, который в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020» создал научно-образовательный центр фармацевтики с центром доклинических и клинических исследований, с одним из элементов которого вы сегодня ознакомились, уважаемый Рустам Нургалиевич, коллеги, во время посещения первого объекта, это на улице Волкова. Интерес к нашему фарм-кластеру проявили даже представители так называемые большой фармы, big фармы. Это компания Pfizer и Novartis, которые на нашей площадке создают собственные лаборатории и финансируют ряд наших программ и международные конференции. А также ряд других фармацевтических компаний, отечественных и зарубежных компаний. Вот Здесь руководитель Татхинфарм препаратов находится здесь. Мы вплотную работаем на сегодняшний день, Рустам Нургалиевич, я думаю, мы здесь подставляем плечо друг к другу и работаем на конкурентоспособность и университета, и данной компании. Сегодня мы вплотную подошли к открытию опытного производства лекарственных средств и средств их доставки. Ищем партнера с лицензией на производство, которые смогли бы инвестировать средства в оборудование. Здесь также с компанией Татхинфарм препаратов мы это делаем совместно, поскольку практически это опытное производство находится рядом с их территорией. Вся инфраструктура именно нами создана еще в начале года. Рустам Нургалиевич, вы посещали наш корпус подопытное производство. Все наши, ваши, точнее, замечания по обустройству, фасаду выполнены в полном объеме. Пользуясь моментом, хочу сказать вам огромные слова благодарности. Но после того, как вы подключились, нам кажется, наконец-то удастся оформить по этому объекту все необходимые акты до конца уходящего года. Для нас оформление актов госприемки именно в этом году чрезвычайно важно, так как это реализация федеральной целевой программы. И если мы с этим не справимся, то университету грозит трехлетнее отлучение по линии федерального министерства от участия в любых федеральных целевых программах. Там у нас какие-то проблемы были. Они практически все сняты. Кудряшов один раз уже выезжал, и сейчас, сегодня там группа работает. Значит, я думаю, вот мы должны справиться, Рустам Григорьевич. Ирик Анвар здесь? Вы в курсе, подпишем, да? В этом году, Рустам Григорьевич. Подпишем в этом году. Подпишем в этом году. На этой неделе завершим. Подписывайте. Замечания не все в этом сняли. Году, а водоканал тоже на этой неделе. Договорились. Мы расширяем также сетевые взаимодействия с ведущими российскими фармацевтическими центрами. Так, в сентябре этого года был подписан меморандум о сотрудничестве с Санкт-Петербургским химико-фармацевтической академией, а уже через месяц наш университет стал соискателем госконтракта этой академии по разработке инновационного противогрибкового препарата. К тому же наш НОЦ фармацевтики стал базой сегодня для прохождения стажировок для сотрудников различных научно-образовательных организаций России, которые заинтересованы создать у себя подобие этих центров. Конечно, передовые исследования и практическое обучение требуют новейшей базы оборудования. Среди впечатляющего количества высокотехнологических приборов и систем следует отметить Центр симуляционной медицины, там на площади в 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной направленности, приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимация. И сегодня идет дальнейшее насыщение этой виртуальной клиники. Значит, сегодня мы вышли на моделирование многих экстремальных ситуаций, возникающих в практической деятельности хирургических команд. Центр позволяет в мельчайших деталях моделировать весь цикл оперативных вмешательств. Это создает совершенно новое качество обучения для сегодняшних студентов, которые их предшественникам вряд ли могли когда-то представляться. Сегодня мы переходим к созданию программ для персонифицированной симуляции. Делаем мы это совместно с нашими японскими коллегами и компанией «Эйдес». Причем выступаем с совершенно равноправными партнерами. Чуть позднее Андрей Павлович Киясов, я думаю, об этом расскажет. К работе в области медицины подключены многие университетские структуры, что очень важно для нас. Так, например, в Институте физики по данному приоритетному направлению мы создали целое исследовательское подразделение, ядром которого является кафедра медицинской физики. В ее работе с интересом принимают участие не только наши университетские коллеги, но и специалисты медицинских учреждений города, а также сотрудники научных центров Казани. Основная задача данного подразделения – это координация научно-исследовательских работ в рамках направления физические методы биомедицинских исследований. Да практически все медицинское оборудование – это вот как раз приоритет как раз этого сегмента. Аналогичная ситуация в инженерном институте, где будут готовить медицинских техников и разрабатывать медицинские приборы и инструменты. Уважаемый Рустам Нургалиевич, вот на прошлой неделе, во время проведения форума открытых талантов, один из выпускников Казанского медуниверситета как раз задал вопрос и обратился, ваше внимание, на необходимость создания кафедры медицинской химии для взаимодействия с фармкомпанией. Действительно, это очень важно. Мы долго к этому шли, и в начале декабря текущего года такая кафедра была создана у нас в химическом институте. Мы долго искали, кто же будет ее руководить, поскольку специалистов в этой области, ну, можно пересчитать на пальцах рук. Руководить мы пригласили, и он дал согласие, доктора химических наук из МФТИ, это Московский физико-технический институт, Константина Балакина. Эта кафедра будет координировать все работы наших химиков в сфере медицины и фармацевтики. И в этом же направлении мы начинаем и образовательные программы тоже вести, но первый прием начнется с 1 сентября. Конечно, любое созидательное дело не обходится без серьезных финансовых вливаний. Всего за минувшие годы в развитие медицины, а это вот 3 года, и в фармацевтику было вложено порядка 2,7 миллиардов рублей. Это существенные инвестиции, если учитывать, что тогда доллар был еще совсем другим. И я думаю, это обязательно принесет свои ощутимые плоды. И вот совсем недавно институт открыл совершенно новое направление своей деятельности, войдя в сферу кокрейнского сотрудничества. Это, знаете, вот глобальная независимая сеть исследователей, профессионалов и даже просто обычных людей, интересующихся вопросами здоровья. 37 тысяч участников кокрейнского сотрудничества из более чем 130 стран взаимодействуют с целью разработки достоверной и доступной медицинской информации. Ну вот у нас как телевизор не включишь, все время говорят, там кто-то какую-то пилюлю приготовил уже от всех болезней. Так вот, это движение работает без коммерческое спонсорство и других конфликтов, интересно. Вот 7 декабря текущего года, совсем недавно, при поддержке Всемирной организации здравоохранения мы провели на площадке университета конференцию международную под названием «Доказательная медицина, достижения и барьеры», где, опираясь на последние разработки в области фундаментальных клинических и эпидемиологических исследований, а также принимая во внимание новые технологии генерирования, доставки и использования информации, мы всесторонне обсудили вопросы рационального использования лекарств и пришли к общему выводу о необходимости скоординированной работы в области медицинского просвещения, противодействия недостоверной и неточной информации о лекарствах и методиках лечения. Мы договорились создать на базе университета центр «Кокрейн России», то есть в России это будет первый центр, и подписали соответствующие соглашения. Это позволит нам всегда быть в тренде и получать обзоры по многим проблемным вопросам. То есть, если по-простому говорить, мы знаем, где что делается, и получаем заключение экспертов по этим направлениям. В общем, мы постоянно стремимся к тому, чтобы максимально эффективно задействовать уже созданную современную научно-исследовательскую и учебную инфраструктуру и успешно применять инновационные разработки. Тоже хочу в завершение сказать, Рустам Нургалиевич, что оборудование очень быстро морально устареет, и поэтому мы открыты. Это все, что мы имеем сегодня. Мы можем работать по принципам центров коллективного пользования для всех медицинских учреждений и медицинских научных центров Казани. Я сейчас хочу, с вашего позволения, если не возражаете, предоставить слово директору института Андрею Павловичу Киясову. Пожалуйста, Андрей Павлович. Глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, глубоко уважаемые члены попечительского совета, уважаемые коллеги. Значит, чем же конкретно, так сказать, новым занимается Институт фундаментальной медицины? По сути дела, это программа развития трансляционной медицины на площадке Казанского федерального университета. Вопрос очень простой. Что такое трансляционная медицина? Вот Рустам Нургалиевич очень четко уже на Волкова определил, что то, что там создается, это трансляционная медицина. Так это что-то новое или хорошо забытое старое? Вот если посмотреть, что из себя представляет трансляционная медицина, то вот это, посмотрите, Т0 – это все фундаментальные исследования. РАН, РАМН, другие исследовательские институты, вузы занимаются новыми разработками. Но до клиники доходят единицы или вообще ничего не доходит. Образно вот этот разрыв, его называют долина смерти. То есть вот эта карикатура, это на самом деле, то есть от фундаментального до клинического мало что дойдет. Почему? Да по одной простой причине, что, так сказать, нарушена вот эта связка, нарушена связь. Если же мы посмотрим в историю, то во второй половине XIX века и в начале XX уже в Казанском университете делались трансляционные исследования. И тот же самый Горяев, который предложил камеру для подсчета форменных элементов, это же и есть трансляция. Он ее разработал и он ее предложил для подсчета клеток крови. А Вишневский, он начинал работу вообще на анатомии. И он придумал свои методы местной анестезии. И он их транслировал непосредственно в клинику. Соответственно, это ничто не новое. Это было. Это просто потеряно. Ильшат Рафкатович останавливался уже на этой точке, так сказать, как бы от исторического развития медицины в Казани. Я бы сказал, что возьмем 2012 год. Это точка отсчета, когда мы начали развиваться. Мы специально создали, вот красным в нашей структуре, то есть если говорить от фундаментальных, от генома и для переноса на человека, красным это выделено все то, что в области трансляционной медицины. Первое, что мы сделали, мы создали для Т0, то есть для фундаментальных исследований. И это, безусловно, и те самые открытые лаборатории Open Lab, и это то, что вот в левом углу, это центр коллективного пользования, геномный, протеомный, центр микроскопии. То есть для фундаментальной фазы создано все. Плюс 4 центра превосходства, которые перечислял Ильшат Рафкатович, я даже не буду на этом останавливаться. Но если посмотреть дальше, вот эта точка, 2012 год. Здесь сравнительный анализ с 4 научно-образовательными центрами или городами в России. Мы находимся с вами в верхней позиции, то есть вот она, Казань. С 2012 года в области биомедицины, посмотрите, в 2013 году уже рост публикаций, это по данным базы данных Scopus. В 2014 году практически в 2 раза рост, и мы ушли в прорыв. Если посмотреть среди всех заведений Казани, то с 10 по 14, а мы как бы в прорыв пошли только с 12, практически в 3 раза мы превышаем даже Казанский медицинский университет. Если посмотреть, можно сказать, это вал. Нет, это не вал. В 10% наиболее цитируемых журналах то же самое. У нас значительный рост, то есть, причем в несколько раз. Дальше мы проанализировали, где мы растем и где мы отстаем. Посмотрите, практически во всех областях, по сравнению с другими городами, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Томском, то есть в биохимии, в генетике, в фармакологии, в нейросайенс, в иммунологии, зеленый наш столбец, мы везде лучшие. Но мы не лучшие в General Medicine, то, что называется медициной. И именно это явилось исходной точкой, что мы поняли, что без клиники, без собственной клиники мы не можем развиваться. То есть мы достигли фундаментальных, хороших успехов и дальше пойдет. И поэтому было вот с вашей поддержки, Рустам Нургалиевич, спасибо огромное, было принято решение, что у нас должна развиваться клиника. И внутри этой клиники, безусловно, в первую очередь мы создали центр клинических исследований, который вы сегодня посещали на Волково. Вот эти 3 этажа, поскольку это было посещение, я не останавливаюсь на нем. Я просто хочу сказать, что вообще все в нашей программе разбито по этапам. Первый этап до 2014 года, фундаментальный, мы выполнили. Сейчас мы находимся на этапе с 2014 по 2016 год, когда у нас развивается международное сотрудничество и у нас развивается наша университетская клиника. В рамках международного сотрудничества, сразу забегая вперед, я могу сказать, что кроме взаимодействия с Японией, в мае будет очень крупная конференция с так называемой ассоциацией РАСА. Это Russian Academic Speaking Association. Это наши ученые, уехавшие, так сказать, за рубеж, работающие там и успешные. Причем многие из них клиницисты, и президентом этой ассоциации является тоже клиницист, кардиохирург. И РАСА поддержала нашу программу развития трансляционной медицины, и они сказали, что мы будем работать с вами, мы будем с вашими сотрудничать и приезжать ваши, так сказать, и наши будут обмениваться. В мае будет большая конференция в области трансляционной медицины. Ну и, наконец, с 2016 года мы переходим к конкретным уже трансляциям в клинику. Если говорить про конкретные трансляции в клинику, что здесь сделано? Здесь разработан новый генотерапевтический препарат, здесь у нас новые разработки в нейрореабилитации. То, о чем говорил Ильшат Рафкатович Рустам Нургалиевич, это по поводу персонифицированных симуляторов. Что такое симулятор сейчас? Это внутри симулятора компьютерная игра. То есть там, да, там данные о пациенте, там есть разные уровни. Но врач, когда отрабатывает операцию, он как уровни проходит это постоянно, и рука набивается. Но пациент разный. И наша задача сейчас вместе с RIKEN очень быстро взять у пациента компьютерную томограмму, После этого быстро сделать программу, чтобы врач, хирург, сначала отработал на конкретном пациенте. У него по-разному сосуд отходит, у него по-разному нервы могут идти. Он ее успешно делает на симуляторе и потом только идет в операционный зал. Вторая очень большая программа, то, о чем мы с вами сегодня уже говорили, это в области генетики и фармакогеномики. Задача вроде бы непонятная, но правильное назначение лекарственных препаратов – это важно. Вот здесь я хочу привести просто для пояснения простой пример. Что такое геном наш? Наш геном – это большая книга, которую мы сейчас, как школьники, мы ее не умеем читать. Мы пока читаем «мама мыла раму». Но в этом геноме каждое слово, либо оно правильно написано, и это не будет заболевание, либо есть ошибка. И вот самое удивительное другое, что сейчас уже очень многие ошибки становятся известными. И, например, для рака молочной железы есть так называемый ген BRCA. Анджелина Джоли удалила молочные железы, потому что, чтобы не предотвратить вот развитие опухоли. Но если использовать те диагностикумы, которые в Америке, посмотрите, собака слова – это ген. В Америке чаще всего ошибка сделана на букве А, второй, получается собяка. И мы никогда не поймаем эту ошибку, потому что в нашей популяции ошибка может быть в первой букве, во второй букве собака. Соответственно, то, что мы сейчас делаем вместе с японцами, так сказать, вместе с нашей клиникой, вместе с онкологическим диспансером, вместе с первой РКБ, это как раз движение в этом. Это превентивная медицина и это фармакогеномика. А в чем уникальность нашей программы? Уникальность как раз заключается в том, что мы еще добавили исследования в области эффективности того, что мы делаем. И самое главное, это популяционные. И самое главное, что как большой университет федеральный, посмотрите, на каждом этапе нашего, так сказать, трансляционного развития у нас не только Институт фундаментальной медицины. То есть здесь практически все институты на каждом из этапов задействованы и принимают непосредственное участие в развитии биомедицины и трансляционной медицины. Безусловно, без образования никуда. Ильшат Рафкатович отмечал, что на 5 специальностей мы получили лицензию, но образование медиков идет параллельно с образованием других специальностей для отрасли здравоохранения. А это и биомедицинская инженерия, и разные другие специальности, которые представлены на слайде. По подготовке кадров. Мы уже сейчас большие. Мы рассчитывали, что мы будем маленькие. К 2020 году мы вырастем еще в 2 раза. Рустам Нургалиевич, мы, честно говоря, немножко сейчас уже задыхаемся. И мы с надеждой смотрим, когда вот к нам перейдет, еще если решится вопрос со зданиями госпиталя, вот, то в этой ситуации мы, во-первых, и там расширимся, и там мы задумали очень интересный проект. У нас огромный и красивейший музей зоологический. И мы хотим его разместить там, чтобы его могли посещать люди. Это будет просто-напросто, плюс ботанический сад. Это будет очень красивое место для Казани, рядом с Корсуном, так сказать, и рядом с клиникой. Вот. А что делать? Эту программу мы презентовали уже на Минобре. Ильшат Рафкатович отметил, что наша программа принята как базовая. Завтра будет совещание в 13:00 у замминистра Уповалко и как раз обсуждение. И вот эти вот все блоки мы туда внесли. Более того, мы уже сейчас знаем, как двигаться в области новых образовательных технологий, чтобы это был так называемый вот это международный стандарт медицинского образования, и мы постараемся его внедрить здесь, в Татарстане. Вот. Мы постараемся изменить парадигму, то есть мы сейчас к этому движемся, и клинического образования, поскольку мы имеем сейчас свою клинику, и схема, как это делать, мы уже тоже представили. То есть реально у нас впереди достаточно большое будущее, и мы будем рады, так сказать, как бы развитию Республики Татарстан и нашего родного университета. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей Павлович. Сразу это, вот здание военного госпиталя. Сергеева здесь нет у нас? Здесь. Гульнара, вот мы же как бы понимаем, что медуниверситет, ну сядьте, не способен. Уже год проходит, здание разрушается. Значит, и как раз комплексно географически он очень хорошо вписывается в концепцию развития федерального университета. Мы, конечно, из хороших побуждений все передали безвозмездно, но медуниверситет ничего не смог сделать. Ну, хорошо, что они хоть отказались. Надо быстрее передать. В чем проблема-то? Николаевич, Созинов обратился в Минздрав, там ему отказали в первый раз, чтобы он искал инвесторов. Вот он недавно на той неделе съездил еще раз туда, там согласились с тем, что сейчас подтвердят его отказ, и тогда мы заберем у него этот госпиталь. Мы акт осмотра уже составили о том, что он находится в ненадлежащем состоянии. И после этого передадим все. Мы можем штраф выписать, если нужно. Идет разрушение. Это в центре города. Вся фасадная часть, она уже в таком неприглядном состоянии. Нам только согласие Минздрава нужно, но обещал он, что будет оно уже, что он согласовал там этот отказ. Обещал, ну сами вы давайте. Мы тоже составили уже, все, что мы говорили, чек-то осмотр мы передадим тоже, уже центральный аппарат отправили тоже. Потом, это же не их, это мы передали добровольно, да. Это же не их, мы передали. Добьем. Ну, так же не делайте. Давайте персонально вам поручение. Если надо, съездите в Минздрав, договоритесь, переговорите с Дергуновой, объясните. Это в центре города, нам сейчас надо к чемпионату мира, Кубок Конфедерации. Значит, в центре города вот такой объект, который нужен, географически расположен с объектами университета. С этой стороны, Ну, никто же не возражает, чтобы медицинские, но они не способны это взять. И географически это лучше для университета федерального. Надо эту работу вам, как бы, чтобы мы к апрелю, значит, могли уже приступить там к каким-то работам фасадным. Так, пожалуйста. Спасибо, Рустам Нургалиевич, спасибо, Андрей Павлович. Рустам Нургалиевич, хотел бы еще с одной инициативой выйти. Это в целях подготовки профессиональных высококвалифицированных медицинских кадров и в целях задействования своевременного оборудования научного нашего университета я хотел бы предложить создать при Казанском федеральном университете координационный совет по медицинской науке и медицинскому образованию, куда бы вошли представители Минздрава Республики, ведущих учреждений здравоохранения и профильных учебных заведений. Сопредседателем такого совета я просил стать министра здравоохранения Республики. К слову, подобная структура, она неплохо функционирует у нас в области педагогического образования и подготовки учительских кадров, где мы с Энгельном Новаповичем оперативно обсуждаем и находим решение по большинству актуальных, а иногда и спорных моментов. Все-таки мы готовим для системы здравоохранения, поэтому заказчиком является Минздрав. Значит, с министром мы обговаривали, он же одновременно является и руководителем попечительского совета у нас, нашего Института фундаментальной медицины, и под его же ведомством находятся клиники, для которых мы будем готовить специалистов. Но предысторию здесь создание клиники коротко уже и о необходимости сказал Андрей Павлович. Я хочу лишь сказать, что благодаря поддержке президента нашей республики и пониманию со стороны Миноборнауки России этот вопрос удалось практически решить, и я надеюсь, с 1 января он начнет работать уже в составе университета. Значит, озвучу только для большинства, кто здесь находится, что передается Республиканской клинической больницы номер 2, больница скорой медицинской помощи номер 2 и вторая городская поликлиника. Эти учреждения представляют собой масштабный медицинский комплекс в центре города, 24 здания общей площадью 37 800 квадратных метров. Среднесписочное количество сотрудников составляет примерно 2000 человек. Указанный комплекс за этот год уже было вложено со стороны университета первые инвестиции в размере 633 миллионов рублей. Это, в принципе, с сентября месяца, Рустам Нургалиевич. И сейчас мы интенсивно получаем оборудование. Из них только диагностическое и лечебное оборудование было вложено 340. Почему диагностическое? Потому что у нас есть высокотехнологические уже клиники. Они всем известны. МКДЦ, РКБ большое, значит, «Семерка» сегодня, да, и другие больницы. Самое слабое звено, как нам кажется, это первичка, это диагностика. Поэтому мы первые вложения, то есть нам надо было каким-то образом позиционировать свою клинику и сказать, чем же мы будем отличаться. И начали, и здесь же научные наши сотрудники подключаются к этой работе. Были созданы биобанк, центр диагностики и чистые помещения по клеточным технологиям, которые вы видели. Создание многопрофильной университетской клиники в Казанском федеральном университете, да еще путем интеграции с действующими учреждениями здравоохранения, здравоохранения, почему действующие. Вот где-то нам удалось как бы перевести пациентов, а вот процесс передачи, пациент же не должен чувствовать, что собственник поменялся. Вот он как лежал, допустим, там 30 декабря, так он там до января должен находиться и выписаться в установленный срок. Но вот это фактически, знаете, первый опыт по решению данной проблемы в Российской Федерации и первая клиника такого уровня, которая охватывает все основные виды медицинской помощи. До этого неоднократные были попытки создания клиник при классических университетах. Они всегда наталкивались на серьезные препятствия, вызванные прежде всего вот межведомственными разногласиями. Даже клиники при Московском госуниверситете до сих пор не могут работать в полном объеме. Поэтому на нашу клинику все обратят самые пристальные взоры, и любые наши недочеты, ошибки, нерешенные проблемы будут неизбежно гиперболизированы. Определенные проблемы мы испытываем уже вот сегодня. В связи с этим я хотел бы вот передать слово главному врачу Альмиру Рашидовичу. Пожалуйста. Спасибо большое, Ильшат Рафатович. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые члены попечительского совета. На протяжении текущего года нами интенсивно проводилась работа по реализации проекта создания медико-санитарной части Казанского федерального университета под брендом «Университетская клиника в городе Казани». По сути своей, университетская клиника станет инструментом реализации проектов медико-биологического направления университета, но будет сохранять лечебно-профилактическую направленность и тесную интеграцию в региональную систему здравоохранения. Нашей основной сферой деятельности, как и сейчас, будет оставаться медицинская помощь населению. Кроме того, будет осуществляться образовательная деятельность, а также будут организованы исследования в области здоровья человека для ученых из числа медиков и смежных специальностей. Все эти процессы будут работать параллельно под контролем единой системы управления, что по замыслу обеспечит их более высокую эффективность. Концептуально модель работы университетской клиники будет состоять в поисках решений проблем в сфере здоровья населения. Основными задачами здравоохранения сегодня являются сокращение смертности, повышение рождаемости и профилактика инвалидизации трудоспособных граждан. Поиск решений, поставленных практическим здравоохранением, задач предполагается в тесном сотрудничестве, преимущественно с Институтом фундаментальной медицины Казанского федерального университета. Сегодня в университете уже работают научно-исследовательские лаборатории в области проблем здоровья человека, продукция которых в скором времени потребует практической реализации. Наличие собственного структурного звена в виде университетской клиники позволит в кратчайшие сроки с высокой эффективностью и под собственным контролем проводить стадию клинической апробации методик, призванных в дальнейшем найти широкое применение в практическом здравоохранении. Целью нашей работы станет поиск эффективных методик-заменителей существующих медицинских технологий и подготовка специалистов, владеющих навыками их применения. Критериями поиска явятся предполагаемая ценность методики для здоровья человека, стоимость разработки методики на экспериментальной исследовательской стадии, потенциал ее трансляции в практическую медицину, а также возможность снижения стоимости при ее практическом применении. Уважаемые участники совещания, в ходе подготовительной работы 13 августа 2015 года нам была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. Университетская клиника включена в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Таким образом, с 1 января 2016 года мы готовы работать в штатном режиме по осуществлению медицинской деятельности и оказанию лечебно-профилактической помощи населению. Однако на пути становления мы сталкиваемся с рядом проблем, не нашедших решения до настоящего времени. Наиболее сложные из них приведены ниже. В рамках реализации программы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Татарстан, создана разноуровневая система оказания медицинской помощи. Разные уровни медицинских подразделений, входящих с 1 января в медико-санитарную часть КФУ, создают ситуацию, препятствующую передвижению пациентов по предполагаемым логистическим моделям медицинского обслуживания населения, когда пациент, например, поступает в высокотехнологичный стационар третьего уровня на Чехова-1, получает там широкий спектр высокозатратных медицинских технологий, а выписывается путем перевода с отделения на улице Ершова-2, бывшее здание БНП-2. В этом случае оплата последует как за оказание медицинской помощи в стационаре второго уровня. Для приведения медико-санитарной части КФУ к единому высокому уровню с коэффициентом 1,4 к стандартизованному тарифу по одному из сценариев предполагается сокращение количества пролеченных больных в стационаре и количество посещений на 10% от общего числа услуг, оказываемых учреждением сегодня. Высвободившиеся средства считаем возможным направить на повышение тарифов в части помощи, ранее оказываемой БСМП-2. В случае намерения о сохранении объемов медицинской помощи необходимо изыскать дополнительно 75 миллионов рублей. Для нас вопрос является крайне важным. Если сейчас не выровнять тарифы, то данная ситуация будет приводить к постоянной путанице и конфликтам при формировании счетов реестров за оказанную медицинскую помощь. Важно и то, что в условиях дальнейшего развития технологических возможностей при дооснащении и, как следствие, повышения качества лечебно-диагностической помощи, ресурсов на покрытие увеличения себестоимости не будет. Прошу вас, Рустам Нургалиевич, принять принципиальное решение о приведении к единому тарифу к оплате за оказанную медицинскую помощь медико-санитарной части КФУ. Мы сейчас спорим. Приведение к единому – это значит, мы как бы нашу блатную больницу должны привести к тем. Нет, наоборот, повысить. Нет, наоборот, не бывает. Это двойной стандарт не должен быть. Мы же говорим об одном стандарте. Я понимаю, что медстрахование должно финансировать все-все. Это же нами надуманная как бы кормушка, по большому счету. Да? Никак нет. Есть тариф утвержденный, значит, есть, ну вот Алсу здесь. Другое дело, мы не должны делить принадлежность Минздрава, там, принадлежность ваша, тариф должен быть везде один. Тогда надо по всей республике пересмотреть. Рустам Ильич, там есть повышающий коэффициент, вот, например, БСМП-2 он составляет 0,9 к единому тарифу, а у нас 1,4. Ну ладно, давай потом, Алсу, не торопитесь. Ну, так, да. Понятно, мы здесь вот начальники собрались, но все это в юридическом плане должно быть, в правовом плане должно быть правильно сделано. Любые они вещи. Проблема не в том, что она порождает как бы конфликт интересов, ведь люди сейчас все грамотные. Почему вот эта больница вот по такому тарифу, а это по-другому? Или какая-то другая форма поддержки должна быть, я не знаю. Ну, давай, вы выскажете. Да. Мы это сделаем, но так как твоя больница была, она такая привилегированная, значит, мы ее приведем в соответствии под общий стандарт. Мы не тоже выполнили. Это сделать проще. Кисерга, Альберт, Кисерга, мы момент срежем, все. Самый легкий пункт, который вы сейчас предлагаете, вот, привести как бы к единому стандарту, Алсу уже готовы. Лучше к больнице. Дальше пошли. Да. В настоящий момент объединяемые учреждения являются медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Республики Татарстан. С фактом вхождения с 1 января 2016 года фактически изменится их подведомственная принадлежность, и, соответственно, возникает проблема оплаты объемов медицинской помощи, ранее финансируемых из бюджета Республики Татарстан. Это прежде всего высокотехнологичная медицинская помощь на сумму 47,4 миллиона рублей в объеме вмешательств на коронарных сосудах, оперативных вмешательств в гинекологии и абдоминальной хирургии. Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих ВМП на территории Республики Татарстан, регламентируется распоряжением Кабинета министров от 12 октября 2012 года, номер 1831, и в связи с тем, что нам необходимо сохранить за собой объемы оказания ВМП с 1 января 2016 года, прошу вас внести, дать поручение. А сколько было? 47 миллионов. Мы также хотим сохранить. Я думаю, что было, это все надо сохранить. Нам... Вот мы вообще должны понимать, что не только там, даже вот если частник будет делать какие-то услуги, он должен получать такие же суммы. Вот у нас будет нормальная медицина, когда будет право выбора больного прийти или сюда, или куда. Не то, что вот мы сказали, вот ты иди туда и только туда. Здесь вообще не обсуждается. Другое дело... Вы должны понимать, что бюджет, он сформирован, и республиканский, и медстрахование. Но то, что было, хуже этого не должно быть. Другое дело, как кто из попечителей там найдет какую-то форму поддержать еще дополнительно. Ведь мы сегодня увидели те такие вещи, которые в мире уникальны. То есть мы можем проводить такие исследования, мы можем выйти на индивидуальные какие-то лекарства. То есть, наверное, там надо времени, поэтому и специально эта клиника делается, и все остальные. То есть, если вы посмотрите, какие там возможности появляются, это многие ездят за границу, ищут. Туда, куда вы ездите, этого еще нет. Однозначно. Вещи, которые мы можем получить в наших лабораториях, исследовательских центрах, они уникальны, не во всех странах, в ведущих странах, может, тоже уникальны. Поэтому это надо развивать, и должна быть выстроенная конструкция. То есть исследование, дальше реализации, как его воплотить, потом как довести его до потребительских свойств, а дальше уже все остальное. У нас же еще студенты, если их надо тоже учить. Это же не только студент-исследователь, а он должен иметь навыки и лечить, и уметь, и все остальное. Поэтому давай, пожалуйста. Также в составе медико-санитарной части начнет поликлиника работу. Поликлиника с прикрепленным населением до 50 тысяч человек, которые подлежат иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и вакцинации по противоэпидемическим показаниям за счет средств из региональных средств за счет субвенций. Согласно положению федерального закона 157 от 1998 года об иммунопрофилактике инфекционных болезней, финансовое обеспечение противоэпидемических мероприятий, включенных в нацкалендарь прививок, является расходным обязательством Российской Федерации, осуществляемым органом государственной власти региона. По предварительной проработке вопроса получения вакцин для медико-санитарной части возникла проблема механизма передачи вакцин с регионального уровня в федеральное учреждение образования, имеющее лицензию на медицинскую помощь. К сожалению, до настоящего момента данный вопрос также не решен, и вакцинация с 1 января 2016 года всего населения, к сожалению, под вопросом. А при чем здесь федеральный? Мы же списываем на больных же. Если это идет через медицинскую, она не через медицинскую, по-другому идет. Вакцинация, Рустам Нургалиевич, вакцинация осуществляется только за счет средств федеральных. Какая нам разница? Она же персонифицирована. Конечный потребитель же человек, который вакцину получает. Мы проработаем этот вопрос обязательно. Я думаю, просто здесь учетной политики надо... Учетная политика, там изменения в постановлении надо предусмотреть учреждения образования. Там их нету. Ну какая разница? Это просто не было такого. Постановление чье? Наши? Ну, российские внесите. Но на первых порах, наверное, вы по аутсорсингу проводите эту работу. То есть вы можно найти клинику, куда отдали, а по аутсорсингу вы эту работу выполнили. Какая разница? При желании просто не надо быть бюрократом. Главное, чтобы никто ни одну ампулу не украл, и люди получили эту вакцину вовремя. Не из-за того, что там чиновник какой-то не может бумажку одно слово записать, дополнить. У нас есть больницы, оформляйте через них, все законно сделайте. По аутсорсингу эта клиника выполнила пока. Я думаю, это не должно быть проблемой. Просто надо сесть, спокойно посмотреть. Мы такие, у нас иногда инструкции 36-го года, 40-х, 50-х лет, да никто их до этого не смотрел. Ведь вакцина, она должна вовремя дойти. А сегодня изменение организационно-правовой формы учреждения, она не должна отражаться на нормальном медицинском обслуживании того контингента, который находится в вашей зоне ответственности. Это же ваша ответственность еще. Этот человек же не должен идти искать другую больницу. Он должен получить все необходимое. Давай отработаем тоже, давайте. Мы протокольно это запишем. В связи с изменением формы ведения земельно-имущественного комплекса с регионального на федеральный с 1 января 2016 года изменится и ставка земельного налога с 0,3% до 1,3%. Значит, 8 участков. Почему налог меняется? Для федеральных, вернее... Постановление правительства Республики Татарстан, там написано... Не постановление. Это законом у нас ставки устанавливаются. Законом, наверное, не постановлением. Да, просто и наши... там по собственности не должно быть, она должна быть по форме деятельности. Я не могу сразу сказать, Минфин кто-нибудь есть, нет здесь? С Минфина никого нет? Я могу сказать, что мы льготы можем давать только по направлениям и деятельности. То есть не выборочно. Если это спортивное учреждение, независимо, муниципальное или федеральное, если это объект здравоохранения, а раньше сколько было там? Значит, у нас раньше была годовая сумма затрат на 2,3. 0,3 коэффициент был. 0,3 коэффициент был, да. А сейчас 1,3. А с 1 января 1,3 будет. Ну, давайте мы посмотрим. Но в моем понимании это должно быть не так. Вы форму, вы как бы... Деятельность. Вид деятельности у вас не меняется, вы выполняете ту же функцию, у вас просто подчиненность меняется. Мы разберемся хорошо. Спасибо. Спасибо, Рустам Нургалиевич. Сложным также для нас остается вопрос и ремонта тяжелого оборудования высокотехнологичного. Согласно протоколу совещания Министерства здравоохранения от 2013 года номер 855, по данному вопросу, значит, бюджетом Республики Татарстан осуществляется финансирование ремонта ангиографических установок и томографов в государственных учреждениях здравоохранения Республики. За последние 3 года среднегодовые затраты РКБ-2 составили в среднем 20 миллионов рублей. В связи с действием данного протокола мы оплачивали всего лишь 20%. По возможности, Рустам Нургалиевич, просим вас сохранить такую возможность финансирования ремонта высокотехнологичного медицинского оборудования из бюджета республики. С целью привлечения квалифицированных медицинских... Я могу сказать, что в данном, как бы это, вы являетесь бюджетополучателем уже федерального бюджета. Республиканский бюджет, он, если будет вам выдавать деньги, это будет нарушение. Поэтому надо какую-то форму здесь посмотреть, как это можно сделать. То есть распространить вот эту норму вот так нельзя. Это будет нарушение. Как это можно решить, надо смотреть. Вы сами будете нарушителями, если будете получать деньги. Если кто выдал, нарушает, и кто получил, нарушает. Но я думаю, что тема есть, ее просто надо юридически правильно в рамках существующих возможностей сделать. Вот зеркально это, вот, эту норму переложить, наверное, невозможно. Возможно, мы можем выдавать субсидию, можем ли, надо посмотреть. Не вот в той форме, как это, а отдельно. Я не знаю, может, типа, в виде грантов мы можем, наверное, на выполнение каких-то. Рустам Нургалиевич, но мы на первые 2-3 года, пока не обновится парк вот этого высокотехнологичного оборудования, для нас это... Я услышал. Да. Ну, спасибо. Понятно. С целью привлечения квалифицированных медицинских кадров в сферу... У нас через медстрахование на оборудование не идет ничего? Рустам Нургалиевич, приобретение оборудования запрещено по закону, а ремонт допускается. Да. Я думаю, вот, может быть, через вас как-то мы можем найти форму. Надо посмотреть, наверное, какие-то эти есть. Для привлечения квалифицированных кадров в сферу здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи с 2014 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан осуществляется выплата грантов правительства республики врачам государственных учреждений здравоохранения. Грант в размере 500 тысяч идет на улучшение жилищных условий. Это местности, по-моему. Город тоже, да? Да. Через ГЖФ идет у нас. В настоящее время 1 специалист РКБ-2 и 2 специалиста из 2-й городской поликлиники являются грантополучателями. После перехода... Я думаю, разницы нет, он же такую же работу ведет. Это нашим постановлением регулируется. Для решения данной проблемы, Рустам Николаевич, надо внести поправки в данное постановление. Ну, это вот краткий перечень проблемных вопросов. Еще социальная ипотека. Социальная ипотека у нас сегодня на очереди состоит 50 человек, ожидающих ипотеку. Нам мы их сохраняем, как норму. Спасибо большое. Все равно же наши люди. Мы же сами вот вообще совершенно неправильно, когда мы начинаем людей на федералов, регионалов и муниципалов делить. Это же не мы придумали. Страна одна, люди. Вот он же не виноват. Он был вот муниципальным, стал раньше они же муниципальными были медработники, стали региональными. Сейчас это они стали. Какая разница? Он же не виноват. Он где работал, туда на работу ходит. Ничего не изменилось. Но мы делим страну как можем, да. Хотя в данных вопросах найдем мы решение. Рустам Николаевич, ну вопросов много. Это вот были самые тяжелые, которые нужно было озвучить. Понятно. Большое вам спасибо за поддержку. На этом тогда закончим. Также и себе домашнее задание хорошенько распишите. Не только нам. Хорошо. Да, от Анны. И важно, чтобы там была основная часть вот, формирования вот этого кластера медицинского на вас. И потом, значит, уже нам, попечителям республики, этим. Важно вот этот документ такой целостный сделать. Президент Исембля Куркатып, Манда Шакартып, мне Шондышлаге, Мандышлаге. Надо расписать все полностью. Распишем, Рустам Нургалиевич. Вот понятно, что Альмир Рашидович озвучил те вопросы, которые вот уже до конца года мы должны решить. Ну, хотелось, вот, да. Список есть здесь, да? Ага. Ладно. Хорошо. Здесь да, вот не будем ничего дойти, скажешь потом. Не будем еще. Вот Минфину и Мифтаховой посмотреть, вот, как будет работать вот этот тариф, как будут работать. Значит, есть ли у нас такая практика, то, что они сказали. Другое дело, но вот он говорит, что для определенных учреждений у нас есть какие-то приоритеты. Можем ли мы и во сколько это будет обходиться, доложите. Вот вопрос по, очень большой и сложный вопрос по зданию. Здание на Ершова, значит, или оттуда надо эвакуировать, значит, больницу, или ее постепенно ремонтировать. Лучше ее отремонтировать. Значит, географически лучшего здания для медицинско-санитарной. Тем более она очень хорошо вписывается с РКБ-2. Значит, здесь вот Файзуллин и министр культуры, вы распишите, как все это будет происходить, чтобы никаких там этих не было разночтений. Я сказал, как должно быть. Мы обязаны сохранить архитектурный облик, мы обязаны сохранить те уникальные достояния, которые есть, и мы должны понимать, что это здание без лифта, без соответствующих инженерных коммуникаций существовать не будет. Каким образом это вписать во время реконструкции существующие здания? Плюс, значит, вот просьба Гульдара Сергеева решить вопрос по имущественному комплексу военного госпиталя о передаче. Но манда, конечно, не Ильшат Рафатович Язган, на Минфину предусмотреть. В Минфине ничего нет там пока. Значит, в части тяжелой техники надо продумать, как помочь, чтобы все это работало. Но мы отдельно будем смотреть, где, как мы можем оказать поддержку. По земельному налогу Минфину и руководство Ильсураевича отпросил, все уехал, но протокольно мы поручение дадим, потому что изменения, если бы это было по-другому, мы не говорим о каких-то льготах, мы говорим о равных условиях. Значит, этот вопрос надо решить. По жилью, значит, мы те же требования, правила в решении правительства надо принять, что это такие же люди, просто они сейчас будут числиться, работать в медико-санитарной части КФУ, чтобы они могли и получать как бы субсидию на специалистам, ну и по квотам, которые есть в списке, кто у нас там, они не, как бы сохраняют свои позиции, и на будущее мы должны подумать о каких-то объемах для того, чтобы привлекать уникальных специалистов на решение вот этих задач. Что такое 9-й? Номенклатура. Это изменение. Там, где было просто РКБ-2, государственное предприятие республики, переименовать название самого Нарусгартарга, постановление надо. Чтобы... Созабатаргасим. Вместо РКБ-2 республиканской клиники написать клинику университета. Ладно, ладно. Хорошо. Что еще вы хотите добавить? Нет, практически, Рустам Нургалиевич, вы все вопросы озвучили. Я просто озвучил то, что вы написали. Согласился? Спасибо, что согласились. Поручить Гайзатуллину выделить из бюджета на... Вот с этим я не могу согласиться, но мы будем помогать. Рустам Нургалиевич, обязательно. Вот там, предварительные оценки достаточно большие, поэтому мы от них не справимся. Большое спасибо, что дали поручение. Мы совместными усилиями, я думаю, с нашими попечителями что-то сделали. На самом деле, реально мы были, и сделано очень много. И я уверен, что мы уже как бы приблизились к созданию мощного такого медицинского кластера, не только медицинский, исследовательского, там, я не знаю, очень современного. Здесь большие усилия надо, конечно же, у вас. Ваши с Министерством образования очень серьезно работать надо. Нельзя потерять контакт с Минздравом России, надо как-то найти форму, чтобы это не было каким-то яблоком раздора между этим министерством. Может быть, им интересно, но от этого мы не выиграем. Надо, Адель, подумать, как все-таки их успокоить и вписать. То есть, какая разница вот министру здравоохранения, если вся эта система будет работать в целом. Министр здравоохранения – это не министр России, который отвечает за больницы, а он отвечает за здоровье людей. Если у нас будет новое лекарство, если у нас будут хорошие показатели по здоровью людей, это же не министр образования получает бонусы, а министр здравоохранения. Вот иногда у нас министры замыкаются на то, что вот они думают, что они отвечают за какую-то школу. Министр образования, он не только за школу отвечает, он отвечает за качество образования республики. Ему не должно быть разница, вот эта школа моя, это школа там частная или какая-то это. Если общий уровень образования будет высокий, то же самое министр здравоохранения. Вот мы должны создать такую среду. А мы начинаем как вот свой колхоз, вот мля-мэнда, вот будет вот так. Поэтому нам ментально, это я к себе тоже еще отношу, нам надо ментально изменить наши мозги. Ну и мы не говорим, большая задача, кроме здравоохранения. Вот вы инженерные направления развиваете. Очень мощный ваш блог – это нефтяной. Вот мы с Налью Фатовичем говорили. Нам очень важна нефтяная школа, мощная, мирового уровня. Вот то, что мы сейчас занимаемся по медицине, значит, исследование и подготовка новых технологий, сейчас счастье нефтедобычи, тем более у нас очень много трудноизвлекаемых сейчас месторождений, битумных нефтей. Вот это направление тоже очень важно. Университеты, они, вот как в Америке должны быть, они такие центры мощнейшие, которые как бы... Но у нас как-то вот... Университет здесь, предприятие вот здесь, там, государство еще где-то. Вот как-то вот это, Ренад Зинурович, надо нам этот путь пройти. Пройдем СМС. Хотя бы пару слов можно сказать. Конечно, да? Ну, конечно, я очень высоко оцениваю усилия республики, университета по усилению медицинского образования здесь, в Казанском университете. Ну, конечно, поражает масштабы. Масштабы вот финансовых влияний, строительных работ, вот, выдвижений новых программ, расширений. Это потрясающе. Ну и то, что сделано, вот последнее, это вот то, что создается клиника, создана университетская, это в тренде того, что делается в лучших местах Европы и Америки. Действительно, это будет такой мощный мировой центр. Но я что бы хотел, одно пожелание у меня есть. Дело в том, что Казань является родиной магнитного резонанса, и здесь почти вся линейка приборов магнитно-резонансных в Казанском университете есть. Я знаю, что в планах университета есть приобретение современного, самого современного магнитно-резонансного томографа. Пока нет этого, но просто я хочу, пользуясь случаем, сказать, что мы сейчас запускаем новый томограф, новейший, полностью цифровой. Очень дорогая установка в Новосибирске, поскольку у нас есть соглашение, которое было подписано во время вашего посещения в Новосибирске между Сибирским отделением и Татарстаном. Кроме того, там есть Новосибирский университет, наш базовый. Мне кажется, вот такой тройственный союз, мы могли бы, у нас есть места в общежитиях, мы готовы сейчас, пока у вас нет своего этого томографа, мы готовы совместной работой приглашать ваших людей, потому что вот этот томограф, он нужен для когнитивных исследований лечения головного мозга, для самых современных. Поэтому мы, я думаю, нам надо развивать. Какой томограф? Это томограф фирмы Philips на 3 Тесла и специальные приставки вот для функциональной магнитно-резонансной томографии. То, чего... У нас в одной из частных клиник есть, да? Трехтуслово, недалеко от МКДЦ, это на базе 18-й больницы. Ну вот это, да, ну, я думаю, что еще важно обмен студентов. Это да, и обмен студентами, да. Я предлагаю начать реальную кооперацию, взаимодействие. Я считаю, что не только оборудование, а вот когда будут люди ездить, видеть, что там, все равно друг друга можно обогатить и передать опыт. Я считаю, что все-таки... По многим показателям, вот Новосибирский, ну, Академия наук Сибирскую я даже не говорю, она считается одной из таких серьезных, поэтому никогда нельзя говорить, я все умею. И есть вещи, которые другие делают намного лучше. Съезди, посмотри, если что-то у нас лучше, покажи, если что-то может подучиться, надо учиться. Обязательно в этом направлении нам надо сотрудничать. И вам спасибо, Ренад Зинурович, у вас дел хватает, вот вы много внимания. И для нас престижно, что вот попечительный совет такой ученый мирового уровня вместе с нами обсуждаете. Мы, конечно же, воспользуемся и вашим потенциалом, и, как вы договорились, и будем использовать вашего старшего брата, нашего старшего товарища в наших интересах. Потому что кроме зданий и сооружений, здесь очень важны люди, кого мы сможем пригласить, какие знания мы можем представить, вот, создать. То есть современная наука, конечно, без серьезных инфраструктурных вещей решать сложно, но все равно мы можем все купить, но специалист очень важен, надо готовить специалистов. То, что вот мы сегодня увидели, я думаю, что у нас в этих направлениях еще надо достаточно напряженно, как бы, с специалистами. Ну, нормально. Подучимся, научимся. Временно. Да, спасибо. Так, кто еще хочет добавить? Александр Владимирович, большое спасибо. У нас была определенная озабоченность, напряжение. Но вот сейчас вы своим заключительным словом сказали, что мы рассматриваем создание новой клиники не как замещение республиканского бюджета федеральными деньгами, а как сохранение всех тех ресурсов, которые, практически всех тех ресурсов, которые клиника имела. И плюс мы федеральные деньги. Ни от каких денег не отказывались, и не будем отказываться. Деньги не пахнут. Тем более те деньги, которые идут на здоровье людей. Поэтому чем больше мы сможем привлечь к нашим деньгам еще ресурсы, которые есть по другим источникам, это будет наше достижение. Бог сейчас без гакиректу. безбытность, что нам надо? И оборудование нам надо, да? И деньги нам не помешают. И спонсоры нам должны помогать. Не будем отказываться. Самый раз, я так правильно понял, мы тогда протокольно можем записать, что следующий попечительский совет мы посвящаем инженерной тематике, да? И я бы попросил вас вот предусмотреть вот в графике апрель, там, конец марта. А после инженера я прошу, вот, Наиль Уфатович, вот, все-таки... Да. А мы, может, совместим там? Нет, 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 совмещать хорошо. Не надо. Вот когда совмещаешь, это разные задачи. Это, может быть, инженерные, но специфика там... Она совершенно разная. Хорошо. То есть надо четко поставить, какие вопросы мы должны решить. У нас многие вещи уже есть. У нас прекрасные геологические службы. У нас есть нефтяной институт, где достаточно неплохо там все это, но там нет такой передовой исследовательской базы. Нам надо создать серьезную исследовательскую базу, там, найти партнеров, там, я не знаю, привлечь науку. Есть... Технологический наш университет, у него есть какие-то наработки. Объединить вот этот потенциал, который есть. Какая разница, с кем нам сотрудничать? Главное, чтобы польза была. Поэтому мы не будем ограничиваться в каких-то вещах. И еще я вот попрошу Асхат Ахмедович вас, значит, вот Татмедиа. Вообще то, что сегодня даже я увидел, даже я, президенты, этого не знаю. То есть в нашем университете делаются вот такие серьезные заделы на будущее. И там и за это короткое время много что сделано, новые вещи. Об этом надо хорошие тематические программы сделать, рассказать. Я думаю, что и эфир, и ТНВ, вот сейчас здесь. Мы населили Транайберлер, был Шланган Штарбек. Вы не возражаете, да? Я с удовольствием. Да? Потому что это здоровье людей. Она относится к каждому из нас, к нашим близким. Вот. Даже вот человек начинает чихать, я не говорю зубная боль, уже все. Настроения нет, все, испортилось все. Здоровье людей – это стимул жизни, благополучие, стабильность, спокойствие. И то, что мы можем заранее, Утар, пожалуйста, садитесь, предупреждать, предпринимать меры, вот те исследовательские, вот та техника, которая есть у вас, она уникальная, там, вторая в России, там, еще какие-то, то есть такие вещи. Мы были в Японии, ходили с удивленными глазами, смотрели исследовательский центр, как его? RIKEN. У нас уже... подобный появился. То есть эти вопросы, они очень важны. И, конечно же, останавливаться на достигнутом нельзя. У вас все, да? У нас есть как бы возможность наградить. Так, пожалуйста. Указом президента Республики Татарстан за заслуги в развитии внешнеэкономических связей республики, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и активную научную деятельность, медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждается Латыпов Ленар Наилевич, проректор по внешним связям Казанского Приволжского федерального университета. За вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и плодотворную научную деятельность почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Республики Татарстан» присваивается Калимулину Айдару Минимансуровичу, директору Института психологии и образования Казанского Приволжского федерального университета. За заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присваивается Скобельсиной Елене Германовне, директору общеобразовательной школы-интерната лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Распоряжением президента Республики Татарстан за заслуги в области образования многолетний плодотворный труд Благодарность президента Республики Татарстан объявляется Доминовой Раисе Мухмариевне, методисту образовательной школы-интерната лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Уважаемый Рустам Нургалиевич, просим вас вручить на научной библиотеке имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета семитомник «История татар с древнейших времен». Стипендия имени братьев Рольда и Ренада Сагдеевых по направлению «Химическая физика» директора Международного томографического центра Сибирского отделения РАН Сагдеевым Ренадом Зинуровичем вручается студентке 5-го курса Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Алие Фанусовне Кусныряловой. А также магистру 2-го года обучения Института физики Казанского федерального университета Дмитрию Олеговичу Акатьеву. Он очень гордится тем, что есть такая стипендия в Казанском университете, в родном. Поэтому он тоже поздравляет и присоединяется к этим поздравлениям, этим лауреатам от этой стипендии этого года. Спасибо всем, успехов вам! Большое всем спасибо за участие. Хорошего вам настроения и хорошо встретить Новый год. С наступающим Новым годом!